интересно. Я всегда, вчера меня постоянно модератор заставляет неловко чувствовать. Сначала он рассказывает про меня какие-то сказки. Это правда. Потом перед ним садятся старшие вайшнавы, перед которыми я должен что-то говорить. Вчера на Рахари Прабу было сегодня. Про Мешера Прабу, я Девендра Прабу. Чтобы вы понимали, я только приехал в Екатеринбург, тогда я вообще обо мне никто не знал, ни в России, нигде, не пел киртаны толком, только начинал. Девендра Прабу уже был старшим преданным в Екатеринбурге, мы с ним познакомились давно, еще вот, в 2009 году, и мне прям готовили, что сейчас придет Девендра и приготовит такой плов, который ты никогда не делал. Девендра Прабу очень, на самом деле, известный преданный в Екатеринбургской ятре, потому что он занимал особый пост в 90-е. Как он ее зовут? Ревизором был, да? Девендра, на ЖД. Он был ревизором на ЖД, и ему были доступен вход в любой вообще поезд абсолютно, его все боялись жутко, и поэтому он тоннами перевозил книги по всему Союзу. Это знаменитая очень личность, которая очень много сделала для санкиртаны в Наврале, по крайней мере, точно. Вот. Это Девендра Булки. Да! И он очень смиренный, и это не меняется с годами, это поразительное качество. Недавно у меня произошли сильные изменения в жизни, какие-то трудности, я что-то стал депрессовать, стрессовать, там, развод. Потом жена с сыном оказались в Украине прямо там во время войны, родители на Донбассе, все это меня нагревало, то есть как-то тяжелая ситуация. И я в какой-то момент думаю, вообще, я самый несчастный в жизни человек. Я такой сижу, самобичеванием занимаюсь, как-то прям всплакнул. И я тоже здесь было в Ариэле. И я вспомнил про Эдовендру, который всегда улыбается. Он даже сейчас меня увидел, и он счастлив, хотя все вы знаете и про его непростую ситуацию, которая длится уже много лет. Да? То есть, и это поразительное качество, и Эдовендра меня всегда очень вдохновляла, что он неустанно излучает энтузиазм. Как так можно вообще? Благослови, Эдовендру. Прости, пожалуйста. Старший духовный брат. Пожалуйста, старший преданный, благословите, чтобы я что-то сказал. Харе Кришна. Если мы на это способны. Вы на все способны гораздо на большее. Поэтому можно просто даже плюнуть в мою сторону, и это будет уже благословение. Был заказ на лекцию по этике киртана, но я постараюсь рассказать так, чтобы это всем было интереснее, потому что, ну, понятно, что не каждый из участников ятры вовлечен прям непосредственно в киртан, то есть кто-то просто в хоре воспевает, кто-то действительно подыгрывает на инструментах, кто-то ведет киртан. Но чтобы мы понимали, санкиртана ятри очень могущественный процесс и, по сути дела, единственный рабочий процесс в Кали-Югу. Да? То есть здесь ничего, к сожалению, другого не работает. Мы можем верить в разные ритуалы, которые встречаются в нашей духовной практике. Но самый действенный, самое служение с самым высоким коэффициентом полезного действия – это харинам санкиртана яги, потому что она не требует знания философии сильно глубокого. На каком-то этапе, конечно, это очень важно, потому что говорится, что вера приходит к преданному через шастры, через знание священных писаний. Но даже если мы окунаемся в шастры, которые оставил нам Прабхупада, то мы увидим, насколько часто и насколько рьяно он проповедует славу Святого Имени. Да, то есть в какой-то момент преданные еще во времена Прабхупада не исчисляли крутизну комментариев наличием, количеством наличия в них Хари Кришна Махамантру произнесет. Потому что это очень важно, это единственное, что работает. Даже когда Шрила Прабхупада сам приехал в Нью-Йорк уже, он какие-то давал там лекции в Бостоне для индусов. И потом в Нью-Йорке стала появляться какая-то молодежь, и он читал Бхагавад-гиту, давал лекции по ней, но в какой-то момент он просто вышел в парк, сел и стал петь. И можно найти это видео, где он поет в первый раз, теперь самое сложное, в Томпкинс-сквер-парке. И никогда у меня не получалось быстро произнести.
Вот, и он поет там, и видно, что он закрыл глаза и полностью погружен в Святое Имя, находится с ним в диалоге. Потому что первое, что нужно понять, и это самое главное правило в этике киртана, что нама – это личность. То есть это не метод, это не прихватка для, там, для горячей ложки или еще что-то. Это не какой-то предмет, это не метод для достижения какой-то цели. Нама – это личность, это Кришна, это божество Йога-Кали, которое принес Господь Чайтанья. Чана аватара, скрытый аватар, он принес этот метод, эту личность для того, чтобы практиковать служение этой личности в виде метода. И методы эти называются Харинам Санкиртана Яги и Джапа. Да? То есть мы практикуем поклонение нами, Божеству Святого Имени, через Джапу и через Киртану. Но делать это тоже нужно правильно, уметь. Я небольшой знаток в Джапе, ну то есть я, конечно, повторяю джапу, я знаю там оскорбления, все какие-то нюансы, но да и в киртане я небольшой знаток, ну просто я давно практикую киртан, какие-то вещи воля-неволя, даже когда ты не намерен прям стать там каким-то выдающимся прям киртани, просто по мере того, как ты постоянно что-то делаешь, практикуешься, оно, знание об этом, оно тебе открывается в процессе, через каких-то вайшнавов, просто через само Святое Имя. Ты начинаешь понимать какие-то вещи. К примеру, я много раз, наверное, слышал, ну да, на самом деле не так много раз я слышал о том, что нама – это личность. В какой-то момент, воспевая киртан там день за днем в разных городах, переезжая из города в город, из преданных к преданным, ты начинаешь понимать какие-то вещи о Святом Имени, что это не то, что не пустой звук, это настолько возвышенный... Это настолько возвышенный процесс поклонения Святому Имени, что он может изменить сердце человека полностью. В моменте и в перспективе изменить нашу жизнь до конца. По сути дела, так это с каждым из нас и произошло. Да? То есть, кто-то столкнулся так или иначе со Святым Именем, почувствовал его глубину, почувствовал его милость, и жизнь его изменилась. Сначала я помню, меня спрашивали, как ты присоединился. Я стал вспоминать конкретный год, когда я начал практиковать, 2004 год. Ну и как-то я ничего такого не вспомнил прям основательно, то есть почему я стал преданным. А потом я стал ковыряться в своем подсознании и вспомнил 95-й год. 95-й год. Мы с родителями приехали в Крым. Мы приехали в город сюда отдыхать. И во дворе, в котором мы жили, жил молодой парень, который в будущем стал мужем моей сестры родной. И у него было три друга. И в тот момент они были кришнаитами. Они жили прямо через дорогу от нас. Президент храма Судакского жил через дорогу от этого дома. Я всегда утром выходил, и, наверное, первое благочестие, которое я получил, это я видел, как он повторяет по утрам джапу. Я был маленький, рано просыпался. Там 7 часов я выходил, он возле двора ходил в полном обмундирование. Единственное, он такой был очень статный человек. И у него были огромный был мешок. Огромный. Ну, то есть, видели таких кришнаитов с огромными мешками? Как будто он там запас провизию, а не четки несет. Этот огромный мешочек, видно было, что он его так тяжело ему держать. Я потом как-то осмелился, подошел, спросил у него, говорю, что у вас там. И он достал, у него были нефритовые четки огромные. Собственно, потом из-за него этот храм закрылся. Но суть в том, что в 95-м году мама решила купить благовоние. Мне очень нравились благовония. Она говорит, вот тут есть храм, поехали со мной. И она зачем-то взяла меня с собой. И мы приехали в храм, он находился возле Генуэзских крепостей, очень красивое место такое. И магазинчик был у входа в храм, и мама туда не попала. А пока она покупала благовония, я увидел открытую дверь и зашел в храм. Мне было 9 лет. Я зашел в храм, и это было лето, июль, жарко очень. И они ставнями закрыли все окна, и в комнате было темно. А там прям сразу вход в алтарную. То есть вот тапочки стоят, и вход в алтарную. Никого не было. Люди не было. И алтарь был закрыт за алтарем, так за шторками только свет горел. И я ничего не увидел, кроме... Шрила Прабхупада.
в самом конце комнаты, в темноте, стояла раньше тогда в Союзе, ну, сюда, в Россию, не туда, в Россию не привозили мурти Шрилы Прабхупады. И везде были ростовые большие изображения Шрилы Прабхупады во весь рост с данды на черном фоне и стопка книг. И в этой темной комнате стояло это огромное черное изображение с Шрилой Прабхупадой, и оно слилось, то есть я видел только Шрилу Прабхупаду. То есть из-за темноты я даже не увидел подрамника, ничего, я просто увидел, что стоит какой-то саду, да, ну, то есть святой, и меня начало все колотить, и я долго присматривался, смотрел на Шрилу Прабхупаду, осматривал его всего. И вот это была моя первая встреча с преданными. В 96-м году мы снова приехали в Судак. И я вышел на набережную, я шел купаться на море с сестрой. И я вышел, это была середина июля, как раз, когда Радхаятру проводят в Пуре. Я вышел на набережную, и там был фестиваль огромный. Это была Радхаятра, самая большая в Крыму. Приехал Ниранджан Махарадж, было там больше 300 преданных, колесница, джагананхи, раздавали, стояла полевая кухня, раздавали просад, я поел там просад, какие-то сладкие шарики, ну то есть прям, и пошла харинама, я с ними вместе прошелся, то есть мне так было интересно, и я понял, что вот именно благодаря этой харинаме, святому имени Шрилы Прабхупаде, я вообще потом, спустя там, ну сколько, 6-7 лет, я начал практиковать. В школе я начал практиковать, и вот практикую до сих пор. И переоценить или как-то... Иногда преданные говорят, ну, ты слишком много говоришь о святом имени. А я научился этому у своего киртан-гуру, Адирас Прабху. Он ни о чем, кроме киртана, святого имени не говорит. Даже когда он какую-то философию, он каждая лекция, я помню, я записывал его лекции, взял на себя служение, когда я жил в Новороссийске, записывал лекции по Бхагаватам один раз. Я включаю диктофон, записываю, и потом переслушиваю, и конспектирую, и выделяю главную мысль. Через две недели я понял, что у всех лекций одна и та же главная мысль, что надо петь святое имя. Киртан очень могущественный метод, который действительно, по-настоящему, может нас вывести отсюда, потому что мы можем видеть, как преданные запутываются в философии, как на этой почве появляются какие-то разногласия и так далее. В служении они могут спорить, конфликтовать. И даже в этом служении такое бывает. Даже мы между киртаниями, иногда что-то там, кто-то с кем-то не согласен, кто-то говорит, надо Индру петь, кто-то говорит, да ладно, мы же живем не во Вриндаване, давайте петь попсу. И вот это все пока, ну, то есть все тоже, это все в процессе притирания происходит, и все понимаем, что не важно, в какой оболочке находится святое имя, важно, что мы вместе это делаем. И сегодня я расскажу буквально несколько моментов важных, как правильно участвовать в киртане. Ну, в моем понимании, опять же. Ну, во-первых, да, нужно быть вовлеченными в процесс, и это самый простой способ, то есть ну, кто тут практикует больше 5 лет, поднимите руку. Все, да? Ну, практически все. Вот, и практикуя больше 5 лет, ты начинаешь понимать, что на одном энтузиазме вот этом, новичковском, ты не выйдешь никуда. У тебя должны быть какие-то привязанности в духовной практике. Либо это какие-то друзья, которые появились у тебя здесь, либо это служение, к которому ты привязан. Я могу сказать однозначно, что если бы не киртан, я бы уже давно не практиковал. То есть было много тяжелых, непростых ситуаций, каких-то конфликтов. На моих глазах уходили мои друзья из общества преданных. Кто-то уходил в Риндвике. Я тут рассказывал Мадхурате, у меня был проект в Екатеринбурге, Акханданам. Я рассказывал, как он развалился. То есть этот проект там в течение 6 лет прокачивал, накачивал екатеринбургскую ятру молодежью, которая становилась инициированными преданными, там занимала потом посты там Пуджари, старших в храме. То есть прям большой приток молодежи, мы считали около 80 инициированных и там, ну, преданных, которые приняли духовного учителя, серьезных преданных появилось за это время. Вот. И вдруг, когда кончились эти 5 лет, нам дали благословение. Вначале, когда мы этот проект открывали, мы попросили у старших преданных ятры, я попросил благословения, и они сказали, давайте, только не меньше 108 акханданам. Мы посчитали, это примерно 5 лет должно было пройти. Мы проводили 2 раза в месяц. И в итоге прошло 5 лет, и все начало рассыпаться. И я пытался, как бы, ну это такое детище, знаете, ты его кормил, там, растил, и тут оно
Сейчас я секунду включу. Шананда Хари Прабу с Ашдода шлет мне цветы. Ну, я сам его попросил, он большой знаток цветов. Вот. И ты привязан к этому все равно. Ты видишь, как это вдохновляет всех. Ты видишь, насколько ярко к этому привязано, насколько ты популяризировал через этот проект Киртан в Ядре. И все это важно очень. Потом я стал много ездить, я все равно продолжал Акханданам. И в какой-то момент все начало разваливаться. То есть у нас была команда около 15 человек. И кто-то там развелся, все это все были семейные пары. Кто-то развелся, одна пара, потом вторая развелась. Потом наш звукарь, который записывал все эти киртаны, вот эти все записи Акханданам, которые есть в интернете, ВКонтакте, в Телеграме, все эти записи очень высокого качества, потому что он писал каждый инструмент в отдельный канал, потом сводил это, накладывал что-то, то есть он прям профессионал. Это была такая лайв-студийная запись. Вот. И он вдруг, это преданный, который практиковал с 90-го или 91-го года, он уходит в ритмики. И это вообще для меня было просто, меня это так подкосило. Я разговаривал с его духовным учителем, мы думали, что с этим делать. И все это рушилось на глазах, и я очень хорошо вспомнил эти слова Гуру Маханде, да, которые он сказал Шри Прабхупаде, что у Кришны 10 рук. А у тебя две. Если он что-то хочет тебе дать, ты это даже удержать не сможешь. Но если он хочет у тебя что-то забрать, то же самое, ты не сможешь это удержать. И он стал забирать, и в какой-то момент мне просто пришлось, вот когда Драупади отпустила Сари, так мне пришлось отпустить этот проект, и все, и он разрушился там. И это... А я продолжил петь киртан. У меня спрашивают, когда будет Акханданам? Ты не скучаешь по Акханданам? Я говорю, нет, у меня он каждую неделю так и продолжается, потому что я еду дальше и пою. И я стал понимать вот эту вещь, что проекты, мероприятия, ятры, храмы, что все это временно, потому что мир временный, потому что здесь все циклично. Здесь все имеет начало и имеет конец. Но нама не имеет ни начала, ни конца. Она будет перетекать. Она как река, да, которая находит русло. Даже если ей поставить дамбу, она найдет русло, где вытечь дальше. Вот. И это очень важно. То есть, как я помню, я спросил у Адираса Прабу какие-то рекомендации по поводу святого имени, по поводу духовной практики. И он тоже такой же пример привел. Он говорит, смотри, шастры и понимание, правильное понимание священных писаний, они как русло для реки. То есть, если убрать русло реки, оно растечется и силу потеряет свою. То есть, знание, абстрактное знание, не имеет силы. Оно не наполняет и не достигает цели. Поэтому нужно какое-то русло. И этим руслом является вера, черпаемая нами из священных писаний. Шастрия Шрада основана на шастрах. И в шастрах вполне конкретно говорится, даже в Бхагаватам говорится, да, что Яги и Века Кали является Харинам Санкиртана Йога. Ничего другое особо не работает. То есть оно может помочь, оно может кого-то вдохновить, может быть там в копилочку благочестия подбавить. Но настолько сильно изменить духовную жизнь каждого из нас может только Харинам Санкиртана Яги. И процесс достаточно простой, но даже в нем есть правила определенные. И правила эти простые достаточно. Если уж так получилось, что кто-то сидит по эту сторону гармошки, и даже если нам не нравится тот, кто там сидит, идея в том, чтобы помочь ему воспевать святое имя, как положено, помочь ему совершить этот процесс правильно. Потому что по эту сторону гармошки тоже очень некомфортно. Так кажется, что тут так классно. Я помню, ну, конечно, когда ты привыкаешь сидеть по эту сторону гармошки, а потом тебя, я вот год не пел, я сидел по ту сторону гармошки. И это такое тяжелое чувство. Ты чувствуешь себя вообще беспомощным, ненужным, брошенным. Вот. Но вот этот процесс, он обоюдный, потому что если бы не было преданных Харинама Санкиртана, бы тоже не было. Какой бы ты ни был классный киртанин, насколько бы у тебя не был большой опыт в этом, сколько бы мелодий ты не знал, если нет хорошего мридангиста, хорошего караталиста, если нет хора, то Харинам Санкиртана не произойдет. Просто она не выстрелит. Ты можешь сколько угодно сидеть, качать, орать на всех, пойте громче, знаете, вот это хлопайте. А оно не получается, потому что
Не так это работает. Этот процесс взаимообмен любовью к святому имени, он происходит в саджати, в единстве цели, когда мы вместе решили петь. То есть все сюда пришли петь. Кто пришел поесть? Горитесь. Я лично приехал покушать. Мне сказали, что очень вкусно. Шучу, конечно. Я приехал попеть. И поэтому, когда мы поем, нужно стараться петь на все 100%, выкладываться, не жалеть сил, не жалеть связок. Я помню, когда мы пели в Кришнабаларам Мандире с Аиндрой Прабу, там ты в конце выходишь и так, знаешь, встаешь, пытаешься что-то кому-то сказать, а нет голоса, и ты вокруг ищешь, может, ты выплюнул связки просто где-то, потому что ты так орал. И он как бы еще смотрит на тебя, и Аиндра Прабу, он без сантиментов, он не давал тебе возможности не петь, он все время ругался. Есть даже этот знаменитый киртан, где он поет, поет, а потом кричит: «Чандари Кришна, or I kill you!» Он очень был в этом плане строг. Я не так строг, но я тоже буду просить вас подпевать громко, подпевать всем сердцем, подпевать искренне, потому что иначе этот процесс не сработает. Как на ягью, если мы пришли на ягью, на жертвоприношение, всем раздали зерно, банан. И вот он ответственный момент, когда надо бросать зерно. И Хотрик такой: «Свага!» И все такие: «Извини, я что-то сегодня не хочу бросать зерно». И вот иногда ты смотришь на киртани, на преданных, и он прям все... И эти преданные, они, что самое интересное, это парадокс, но не садятся всегда. Поешь, да? Ну давай. И молчат, демонстративно. Думаешь, что ты тогда пришел сюда, непонятно. Или на Канданам. Я часто поэтому закрываю глаза, потому что если я вижу такое, мне очень тяжело становится, очень грустно. А на Канданам еще была такая ситуация. У нас была группа Харинам большая, которые после Харинама приходили на Канданам. А Канданам проходил вечером. То есть он проходил с 5, с 6 часов вечера и до 8, до 9. А зимой на Урале рано, темнее, часа в 4. Уже темно, полная тьма вообще. И, соответственно, на мероприятии очень темно уже. Уже прям так уютненько, тепло, свечечки горят. И вот эти все харинамщики, они заходили с морозом, садились вперед и спали дружно. И ты открываешь глаза так, посмотрите. Вдохновлены ли вредные, они все такие. Вот так вот иногда только подают. Мне приходилось иногда просто просить там караталиста звякнуть или там в гонку ударить чем-нибудь. И это факт. Это ответственность каждого из участвующих в яге, из участвующих в киртане, петь громко, петь искренне. Потому что если я пришел, но не готов искренне петь святое имя, что значит искренность для преданного неофита? Это означает внимательность. Просто внимательно слушать, как поет киртаньер, внимательно слушать мелодию, слушать каждый слог мантры. Грей Кришна, 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 Грей, Грей, Грей Рама, 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 Грей, Грей. И прям утопать в этих слогах. Потому что на данном нашем этапе нам не особо дано там созерцать что-то, да, какие-то лилы Кришны. Это маловероятно. Мы ехали сейчас, да, и Мадхурата вспоминал второй стих Шакшаштаки, который я цитировал на прошлой лекции в Тель-Авиве. «Намнамакари бахудха джасарва шакти статарпита нианта смаране накала и так лиши тавакрипа бхагаван мамапи дуртайва мидришам хаджанинам бхага». Он говорит: «О мой Господь, у тебя сотни, миллионы имен, таких как Кришна и Говинда, и ты вложил в эти святые имена все свои трансцендентные энергии». И что это значит? Что эти имена, каждая из них может изменить нас полностью. Может сразу стереть все анархи. У кого есть анархи? Да. Все знают, что такое анархи? Забыл спросить. Да, это плохие качества какие-то, дурные качества, дурные привычки. И они есть у всех абсолютно. Те, у кого их нет, они тут не сидят. И не обсуждают анархи. Вот. И святое имя одно произнесенное, даже более того, шастра говорится, что просто один слог святого имени может стереть и сжечь все анархи. Но при определенных условиях, что наше сердце полностью открыто для этого. Да, то есть как Махараджа Парикшита, у него оставалось 7 дней, и он думает, все,
у меня больше нет преданных. Мог ли Махараджа Парикшит изменить свою судьбу? Да. Однозначно ачарьи говорят, что он даже, то есть он даже сам призвал Такшаку, потому что Такшака не появлялся. Когда пришло время, и он яблоко, да, взял, там червь выпался. Там говорит, но раз Браман произнес это проклятие, Такшака появись, и он из этого червяка превратился в огромного змея и сжег его. И это факт, то есть саду он может контролировать процесс своего ухода, вот, мы не можем, поэтому у нас остается один метод, который мы во время воспевания святого имени можем культивировать, это молитва. И молитва бывает нескольких видов. На начале нашего духовного пути, когда мы до конца не понимаем, что происходит, нам еще очень активно говорят, да ты особая душа, на лекциях говорят, ты особая душа. Ты просто так сюда не приходишь. Ты преданным стал. Это наверняка ты был преданным в прошлой жизни. Есть эта знаменитая история из Бхагавата или из Пурана, откуда-то. Как один ученик достиг совершенства, йог великий, достиг совершенства и увидел свои прошлые жизни, и он увидел, что в прошлой жизни он был свиньей. Какой-то вонючей свиньей вообще, абсолютно, в какой-то деревне. И он так удивился, пришел к своему духовному учителю, говорит, Гуруджи, много лет назад, 30-50 лет назад, когда я спросил тебя, кем я был в прошлой жизни, он сказал, что это был великим мудрецом, которому не хватило вот немножко, чтобы достичь совершенства. И я, вдохновившись этой мыслью, стал практиковать очень искренне, как будто мне осталось совсем чуть-чуть. А теперь я достиг совершенства и вижу, что я был свиньей. Он говорит, ну если бы я тебе так не сказал, то я не достиг совершенства. И это факт. Каждый из нас, возможно, был великим преданным в прошлой жизни. Возможно. Я тут был недавно у регрессолога. Ну, было тяжело, и мне сказали, регрессия тебе поможет. Я сходил к регрессологу, к преданному. И он мне стал рассказывать случаи про преданных российских. Он говорит, что здесь около 6, ну, через меня там за 15 лет прошло там, несколько тысяч преданных. И он говорит, из них 6 учеников Прабхупады. Вот. И он рассказывал просто, как, что они видят, как они видят эту свою прошлую жизнь. А кто-то, говорит, большинство, большая масса, это какие-то животные, насекомые, которые так или иначе пересеклись где-то, они видят храм в Индии, они там сжигают, сгорают в лампаде, там еще что-нибудь, такие стандартные варианты, которые мы слышим, шастры. Но все это я говорю к тому, что опираться на свое какое-то супер благочестие, которым мы сейчас вывезем, встряхнем эту вселенную, обратим всех в вайшнавов, это очень самонадеянная штука. Гораздо проще молиться. И молитва эта в самом начале пути называется Рупа Госвами, Сампратанатмика или молитва о достижении совершенства. Что это значит, когда человек, он молится, он получил какую-то самбанду, первичное знание о нашей философии, что есть душа, есть Бог, и есть отношения у меня с Ним, а отношения слуги. Вот. И на этом уровне человек, он не может конкретизировать свою молитву. Единственное, что он может, это просто внимательно слушать Святое Имя и просто держать его в своем уме, медитировать на Святое Имя. Это самый простой метод. Дальше, когда человек достигает какого-то уровня зрелости, просто понимания того, что вокруг него происходит в духовной практике, ему открывается второй уровень молитвы, называется он Дайни Водрика. Дайни Водрика значит молитва в раскаянии. Это когда человек уже понимает, что реально он был великим мудрецом, ему осталось чуть-чуть. Скорее всего, он был свиньей. И даже если он не был свиньей, он чувствует себя свиньей. Это очень правильное понимание. Потому что, ну даже если в прошлой жизни ты не был свиньей, хотя бы раз ты наверняка был свиньей. Поэтому есть о чем помолиться. И такой вайшнав начинает молиться в раскаянии перед Господом. Он говорит, я ничего не заслуживаю. То есть, повторяя Святое Имя, он чувствует внутри эту эмоцию раскаяния, что я не достоин даже здесь находиться. Я не достоин показаться в этом киртане. Я не достоин повторять твои святые имена. Миллионы людей вокруг нас, здесь, сейчас, даже в Хайфе, сотни тысяч людей. Я не знаю, сколько здесь, пару миллионов живет. Да, в Хайфе.
Меньше? Меньше, конечно. 70 тысяч. Мне кажется, он огромный такой. Больше, чем 70 тысяч. Ну, в общем, много, достаточно. И они не повторяют святое имя, они даже не знают об этом. Ну, по крайней мере, святое имя Кришны, Раджа Кришна. Да, и многие из них там как-то, конечно, практикуют духовную практику, но большинство из них вообще ничего не понимают. Они живут как кошки и собаки, умеют строить себе норы, молодцы, классно. Это, конечно, вершина интеллекта вообще. Вы видели, как бобры строят свои норы? Я когда-то посмотрел. Вместо сына, ну то есть сын у меня увлекался, и он включил, там, я не знаю, что там, BBC или как они назывались, в общем, о животных. И там передача была про бобров. Они гении, чертовы, эти бобры. Они реально очень трудолюбивые. Вообще очень трудолюбивые. И то, как они строят свои вот эти плотины, делают себе заводи, они обеспечивают себя полностью. У них очень тепло, говорится, что на улице может быть до минус 30 градусов. Но вот в этой плотине, которую они построили, они заплывают с нее с воды изнутри. Да? Заплывают в нее, у них там целая комната, они там разводят бобрят. А и там очень тепло, там до плюс 17 градусов зимой, когда на улице минус 30. И волки их достать не могут, их никто не может поймать. И у них всегда есть вода, и у них есть еще, внимание, у них есть погреб. У бобров есть, у всех есть погреб? Нет, у нас есть супермаркет. И вот можно было видеть ситуации, когда у супермаркета заканчивалось что-то. Например, в России, я помню, как ковид бабахнул, и гречка закончилась. А у бобров была гречка, я говорю, на складе, там все было. И они притаскивают туда орехи какие-то там, коренья что-то, они запасаются. Они вообще гениальные строители. При этом у них нет тракторов, у них нет там зубил каких-то, цемента. Нет, только зубы, да? Господь дал им зубы, и они все смогли сделать так. Очень разумные и очень верные. У них всегда, у них нет разводов. Процент развода среди бобров ноль. Это важная информация. Поэтому бобры бы вообще бы пришли, я представляю, какой бы они кирпан устроили. Единственная разница между нами и бобрами, что мы, говорится, что человек единственная форма жизни, которая может взглянуть вверх. Вы ни разу никогда не увидите собаку, бобра или зайца, который бежал по своим делам, сгрызть какое-нибудь дерево, и вдруг остановился, такой думает, зачем я бегу вообще? Зачем это все? Зачем мне этот склад, вот этот там подвал? Зачем я делаю этот дом? У него нет такого вопроса, поскольку разум очень слабый у этих существ, у них нет запроса о смысле жизни. А человек на это способен, любой, даже самый конченый, даже самый последний алкоголик способен задать себе этот вопрос, глядя в бутылку. И есть такие примеры. Я был в Новороссийске, один раз мне рассказывал, что там был преданный алкоголик, который, ну как бы он был алкоголик сначала, который делал лепку в храме. Вот. И он лепил и слушал там службы, ну, он работает, там служба идет, и он приходил дома, напивался, и кто-то из преданных подарил ему шиши-панишек. И в какой-то момент он допился до белой горячки, и к нему пришли ямадуты. И он описывает то, что он никогда не читал, там, ни Гаруда Пурану, ни пятую песню Бхагавата. Там он просто на следующий день пришел, и Адити стал это рассказывать. Он говорит, я в шоке, он как будто бы читал Бхагавату, пятую песню. Он говорит, я лежу, говорит, и я слышу сначала лай собак. Он говорит, жуткий такой меня, говорит, аж пробирает до мурашек, говорит, от страха. И говорит, открываются двери, и за ними, за дверями пламя горит, и забегают собаки, начинают рвать меня. И говорит, и забегает черт такой очень мрачный, говорит, вида такого страшного, говорит, с залитыми кровью глазами, накидывает аркан мне на шею, начинает тянуть меня в эту дверь. Он говорит, они тащат меня по пустыне. Очень жарко, собаки рвут меня в клочья. Он говорит, я не понимаю, что делать, вообще не понимаю, что происходит. Он описывает полностью вот этот процесс, как ямадуты тащат живу в ад. И он говорит, и почему-то я стал вспоминать, думаю, что-то же должно быть чистое, за что я могу ухватиться. И он говорит, и я вспомнил это изображение на книжке Шри Шопанишад, которое стояло у меня на полке, изображение Господа Вишну. Он говорит, я стал вспоминать этот облик. И говорит, и они остановились,
и стали исчезать. Сначала исчезли собаки, потом я мадут и пустыню. Я очнулся на своей кровати в агонии абсолютно в ужасе, прибежал, рассказал это все родителям. Правда, он спился все равно и умер от цирроза печени, но тем не менее. Белочка не убежала. Белочка, да. Пришла, поздоровалась. Но суть в том, что какое-то небольшое даже соприкосновение с Кришной, с вайшнавами, может изменить наше сердце, изменить нашу жизнь. Вот. А и теперь более конкретно о этике в киртане. Я не знаю, насколько это здесь актуально. Обычно лекции по этике киртана даются, конечно, для тех, кто занимается музыкой, кто хочет как-то прогрессировать в киртане. Но этикет очень простой. То есть ведущий, так уж получилось, что он является хотриком, да? Или человеком, который проводит яги, он компетентен в этом. Даже если нам он кажется не очень компетентным во всех отношениях, тем не менее, если он оказался здесь, это какой-то план Кришны. И это, что интересно, есть одно качество у Кришны, Гурудев говорит, что Кришна, он, как же он сказал, ну, что-то вроде неусколобый. То есть Кришна никогда не делает, не совершает действие какое-то, чтобы достичь какой-то одной цели. Он всегда достигает много целей. Да, то есть он учит всех сразу. То есть он учит того, кто сидит здесь, и того, кто сидит рядом, и того, кто недоволен, и того, кто на мриданге, и того, кто на караталах. И каждому он дает свой урок в этом процессе. Но процесс описан достаточно точно. То есть мы можем полностью взять всю логику проведения жертвоприношения, переложить на санкиртана-яги, и становится все понятно. То есть ведущий киртан – это хотрик. Это человек, который ответственен за то, чтобы призвать божество яги сюда, да, на землю. То есть как там происходит? Он сначала садится, хотрик, и начинает повторять мантру. Он складывает кунду, разжигает огонь и произносит первое, что он призывает Агни. Ом Агни Мигидеву Рохитам Ягнясидевам Ридвиджам Готарам Ратнадаттамам. Это первое там пранама Прабхупады, когда киртания поет. Он призывает милость саду, милость ачарьев, милость святого имени. Когда Индра Прабху пел, я разговаривал, общался с одним преданным, который долго прожил в группе 24-часового киртана. Он рассказывал, что каждый раз, каждый киртан Индра начинался одинаково. Он плакал и звал Кришну первые 15-20 минут. Потом он открывал глаза, там горел огонь, чувствовал, что Кришна пришел. И тогда начинался вот тот киртан, который мы слышим в записях. Активный такой, шактичный. Когда он был уверен, что Кришна пришел сюда. И так получается, что вот это хотрика, у хотрика или у жреца, у него всегда есть помощники, да, то есть есть несколько помощников. И вот у ведущего киртан, какой бы инструмент перед ним ни стоял, гармошка, я не знаю, там, гитара или что еще, или просто он даже сам взял мридангу. Ну, обычно по классике это физгармония, да. И у него есть помощники. Первый помощник хотрика – это мридангист, потому что мридангист должен держать темп. Он должен понять темп или скорость, которую задал ведущий, и должен передать ее остальным. Но первый, кому передает, то есть второй помощник или первый помощник мридангиста, это караталист. И их тоже бывает несколько. То есть бывает ведущий мридангист, ведущий караталист и еще 25 караталистов, которые не все знают, что есть ведущий караталист. Вот это самая грустная ситуация. Или мридангисты, да? Вот. И здесь очень простой процесс. На кого нужно ориентироваться? Нужно ориентироваться на ведущего. Мы приходим, если нам хочется поиграть на инструменте, мы должны спросить у ведущего киртании или спросить у ведущего караталиста. Когда мы видим, да, что есть команда, и мы спрашиваем, можно я подыграю? Типа? Он говорит, да, можно, но в той комнате. Ну или он говорит, подыграй, но тихонько, аккуратно, чтобы не перебивать. Вот. Но лучше же, конечно, научиться, и причем, я помню, я так обиделся, когда я приехал в 2006 году учиться играть на инструментах в Новороссийск, и я хотел конкретно учиться играть на физгармонии и петь киртан. Я знал, что там будет одираться, но я пришел к Павлу Прабху и говорю, вот хочу учиться на физгармонии. Он говорит, нельзя. Я говорю, почему? Он говорит, сначала ты должен научиться играть на караталах и на мританге. Я так обиделся. Я говорю, да не нужна мне караталы и мританге, я хочу на гармошке, я хочу вести киртан. Он говорит, киртан – это ритмическое произведение. И вот это нужно всем понимать.
что в первую очередь киртан – это ритмическое произведение. Да? То есть это стиль музыки, построенный полностью на ритме, потому что здесь есть ведущий и подпевающий. То есть у нас не концерт, никто не приехал там, Муслим Кобзон, и не дал нам лекцию, да, или там не спел нам песню. Нет, мы тут идет постоянный взаимообмен. Мы постоянно друг другу передаем святое имя и повторяем его вместе. Поэтому в первую очередь каждый преданный, который хочет петь киртан и играть на физгармонии, должен научиться элементарным принципам ритма. Потому что тогда, да, то есть караталы, как минимум караталы и несколько скоростей, да, несколько мантр в разных талах, в разных ритмах, если он хочет все-таки, да, вести или участвовать в киртане, тем более. То есть если он хочет подыгрывать, ему нужно научиться на этом играть. И тогда человек, даже играющий просто на караталах, он может проводить киртан. То есть ему даже не обязательно нужно уметь играть на физгармонии. Достаточно петь и играть в караталы, и киртан уже состоится. Но у меня был один опыт, даже, наверное, пару раз такое было, что преданные игнорировали ритм и садились сразу учить гармошку. Это невозможно. Никто не может ему подпеть. У нас был этот преданный донецкий. Вот он очень хорошо, у него очень красивый голос был, он классно подбирал мелодии, но он вообще не чувствовал ритма. И когда он пел, никто не мог ему повторить. И подыграть ему было невозможно, потому что он не умещал свою мелодию в квадрат. Есть такое понятие ритмическое – квадрат. Там есть четыре доли. Раз, два, три, четыре. Ну, или в кахарватале 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И это квадрат. И он не влазил. У него то 9, то 12, то 13 получалось. И это очень странно. Такому человеку подыгрывать очень некомфортно. Потом он в какой-то момент он просто сам понял. Он видел, что люди не приходят на киртан, хотя он очень красиво пел. Люди перестали приходить, потому что невозможно подпевать. Вот, поэтому первое, чему мы должны научиться, это играть на ритмических инструментах. Первым представителем ритма является мридангист, его помощником является караталист, который умеет это делать. И дальше все остальные, которые берут какой-то инструмент, должны учитывать, равняться на них. Здесь есть общие правила, они достаточно простые и понятные. Нужно следить за темпом, за скоростью. То есть скорость не должна превышать ту скорость, которую задал ведущий, не должна замедлять. То есть нужно играть, стараться. Для этого нужно внимательно смотреть на ведущего мридангиста. Вот. И второе качество, которое нужно обязательно во время аккомпанемента, и, кстати, во время подпевки хора тоже, это динамика или громкость. Нужно следить за громкостью. Если вдруг киртания затих, все должны немножко затихнуть. Если он орёт, да, и он поет, качает, выкладывается, то, ну, как бы не надо жалеть связок, это не так часто происходит. Нужно также включаться в процесс полностью, всем своим телом. Вот. В общем-то, это такие простые, элементарные правила этики киртана. Единственное, что они не должны преподноситься людям агрессивно. Ну, не надо это впихивать никому. Вы пришел новичок какой-то, ты ему говоришь, так, садись сюда, сейчас я тебе. Этику киртана ты вообще проходил, а ты вообще слушал эту лекцию? А если не слушал, иди вон отсюда. Нет, то есть всегда будет человек, у которого что-то не получается, потому что он просто не знает, или он впервые взял каратал, ему хочется поучаствовать в киртане. И меня часто спрашивают, как ты с этим? Вот особенно начинающие киртанине всегда говорят, как ты это вообще вывозишь? Ну, действительно, когда ты садишься петь, и кто-то очень трансцендентно садится тебе подыгрывать, это тяжело. Но со временем ты начинаешь ценить людей не за то, как они тебе подыгрывают, а за то, что они вообще сюда пришли. И когда ты понимаешь это, то милосердие в твоем сердце и сострадание становится намного больше. Ты начинаешь очень мягко к ним относиться, позволять им ошибаться. И ничего страшного. Можно потом сказать ему... Ну, либо если это не было критично, да, то есть основная линия мриданги и караталы вели все хорошо, ровно, и где-то кто-то мимо кассы звонил, звенел, а это не так страшно. Я помню ситуацию одну на Садусанге, год, наверное, 12-13 был, и Говинда Махарадж, это огромная толпа, 8-7 тысяч человек, полная алтарная, вечерний киртан, и Говинда Махарадж выходит петь. И Говинда Махарадж, он очень щепетильно относится. Киртану, и он стал петь, он всегда начинает сам играть на караталах.
чтобы задать темп, как раз скорость. И он начал петь. Я преданно тут показывал, как Говинда Махарадж может смотреть на тебя. Кто-то был, да, на этой, когда я показывал, где это было? А, нет, это было в Ашкелоне. Я не показывал вам фотографию, да, где на меня Говинда Махарадж смотрит. 2009 год. Вчера. А, да? 2009 год, да, и он такой, да, у меня есть эта фотка, я могу вам показать, тут будет видно, у меня большой экран, сейчас покажу. Суть в том, что он очень сурово относится, если ты косячишь, если ты чуть-чуть, причем ты даже не понимаешь, где ты там быстрее или медленнее, ты даже не можешь это прочувствовать, но он на тебя так зыркнет, сейчас я вам покажу. И он начал петь киртан. Начал вести киртан, так, Кришна, вот, вот он, эта фотография, и вот он, взгляд Говинды Махараджа, то есть тут сразу видно, что он тобой недоволен. И я такой сижу, Вася вообще такой, типа, вообще не влюбляю, чего происходит? Да, и он вот так сидит на меня, я ему в веданге подыгрываю, и он вот так на меня смотрит. И он начал петь киртан, начал играть в караталы, и все сидят такие напряженные вообще. Никто там, я не знаю, там караталистов, человек 5 сидело на сцене, и они просто, мне кажется, делали вид, что они ударяют караталы. Настолько им страшно было. И тут кто-то из зала начинает просто бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Вообще мимо кассы, в 2 раза быстрее, чем Махарадж. И Махарадж посылает туда свои шакти глазами, вот эти, прям в толпу. Он не понимает, откуда звук, он просто в толпу смотрит. И все такие подражают ему, смотрят в толпу. А все музыканты такие, да что происходит, да что такое? И он пытается раздвинуть толпу, чтобы увидеть. И люди реально шакти такой сильный, что люди расходятся. И вдруг появляется человек, который играет на караталах. И это сидит Прабу в инвалидном кресле с ДЦП и играет в каратал. И Махарадж, когда разошлась толпа, и он увидел его, он закрыл глаза и продолжил киртан. Он не стал ничего ему там говорить, типа, или не сказал, заберите у него каратал. Это было бы странно. И иногда так бывает, иногда попадают в киртан не очень квалифицированные музыканты. И в киртан постоянно попадают неквалифицированные музыканты, потому что сюда не приходят учиться музыке, мы пришли сюда, чтобы практиковать бхакти. Но так уж получается, что бхакти напрямую связана с музыкой. Поэтому не надо осуждать этих людей, их нужно терпеть по возможности. И учить. Это нормальный абсолютно процесс. Причем учить нужно не по системе Макаренко, а по системе смиренного сердца. То есть, когда ты понимаешь, что человек пока не готов что-то принять. У нас был, как его звали, Ядовенко, помнишь, который футфулайфом занимался, высокий такой в очках, лысый сиделец, он тоже такой преданный, с тяжелой очень кармой. И он на карталах все время играл, на всех программах. Не помнишь, как? Ну ты понял, как я понял, но я тоже не забыл, он тело уже оставил. Он здесь сидел, он как сидел. Да. Я тоже забыл, как его зовут. Ну представьте, человек там сидел 10 лет. Кто-то может прям представить, наверняка. Вот. И это тяжелая такая карма, он вообще очень уверенный в себе был. Он приходил, садился в самый вперед и валил. И он очень сильно обижался, когда ему делали замечание, что он играет, ну, как бы не в попад. Ученик Читанчана, причем один из первых вообще. Вот, и он из-за того, что ему как-то резко кто-то говорил, он в какой-то момент обиделся на преданных. Он, в принципе, был очень чувствительным. Вот, он обиделся на преданных, перестал ходить на программу просто из-за того, что ему сделали какие-то замечания, грубо. Потому что я делал ему замечание несколько раз, но я очень мягко, я говорил, пожалуйста, не обижайся, мы репетировали, просто говорю, чуть-чуть просто говорю, потише играть. То есть я даже не запрещал ему играть, я говорю, потише играть. Но в какой-то момент он вообще перестал ходить на программы, и в итоге, потом еще какой-то был у него конфликт, он раздавал просад на вокзале, ну, футфулайком занимался, и тоже кто-то там на него что-то наворчал. И он вроде взрослым мужчином был, да, то есть понятно, что это не вина преданных, но тем не менее, если бы преданные были более снисходительными, то этого бы не произошло. В общем, он в какой-то момент повесился просто. То есть он, ну, как бы он впал в депрессию, полгода он вообще ни с кем не общался, с ним пытались выйти на связь, потом просто уже сообщили его родственники, что нашли его повешенного.
Представьте, насколько, да, мы из-за просто из-за какой-то своей, может быть, недостатка снисходительности, из-за своей какой-то резкости мы можем человека довести. Я помню очень хорошо 2005-2006 год, была встреча учеников Госвами Махараджа в Донецке. И Махарадж попросил, дал нам задание ученикам, он говорит, каждый из вас должен выбрать того, о ком он хочет рассказать, что-то хорошее. То есть он дал нам задание рассказать друг о друге что-то хорошее, Махарадж. И дошла очередь до Гамбиры Прабу, это мой друг, брат, мы там с ним с первых дней вместе, в Хвашраме, и он стал говорить, он говорит, у Вайшнава есть, говорит, такое качество хорошее, он все время улыбается. И тогда, ну тогда это было так, сейчас я не всегда так улыбаюсь. Но когда я был брамачари беззаботным, 18-летним, у меня было куча поводов для улыбок. Шарики, например, сладкие. Я радовался всему, как ребенок. Я помню, меня один раз что-то грусть открыло. Вот тут Сагару Махараджа же все знают. И к нам приехал Тамашлук. Сагар Махарадж, тогда Тамашлук, он приехал, а я был комендантом храма. А комендант храма обладает ключами от всех помещений. И у меня были ключи от кафе. И я пришел к нему и говорю, а это вошло как-то для груста, что-то плохо все. Хотя я не помню, какие там могли быть у брамачари вообще проблемы. Какие-то, видать, у них есть проблемы. Сейчас я не понимаю, какие, но тогда, да, какие-то были у меня там проблемы, трудности с умом. И он говорит, я говорю, что делать? Он говорит, съешь сладкий шарик. Я говорю, у меня нет сладкого шарика. Он говорит, ну, тебя исключили от кафе. Я говорю, да. Говорит, уходи, сладкий шарик. И я пошел в кафе, украл сладкий шарик, и все, и вылечился. Сейчас прекрасно ашрам гораздо сложнее, проблем гораздо больше, и лечиться от депрессии уже так просто не получается. Ну, и вот тогда Гамбира сказал, что, говорит, одно качество вайшнава, которое меня очень вдохновляет, он все время улыбается. И это правда, тогда это было так. И Махарадж тогда так, он когда уже давал ответную речь, он сказал, что вот, сказали про вайшнава, что он всегда улыбается. Он говорит, мы иногда недооцениваем улыбку. Он говорит, иногда улыбка может спасти жизнь преданному. И он рассказал тоже какую-то историю о том, как в Москве на Динамо кто-то из преданных шел очень грустный, и другой преданный такой позитивный очень встретил его, обнял, говорит, куда ты идешь, да все классно, да пойдем покушаем просада, как у тебя дела? Стал разговаривать с ним, и тут очень не шел на контакт, но он его как-то взялся за него там, взбодрил его, вроде раскачал, они пошли, покушали вместе, и в какой-то момент этого преданного прорвало, он стал реветь, он рассказал ему какую-то свою страшную драму, он сказал, я шел кончать жизнь самоубийством, когда ты меня встретил, остановил, улыбнулся, обнял меня просто. И мы иногда этих простых вещей не замечаем. Мы думаем, что если люди пришли в общество преданных, значит они махабудхи, они суперразумные вообще. Это не такие же люди. Зачастую это такие же люди, как и мы, и проблемы у них такие же сами. У них такая же гордость, такая же зависть, такой же гнев, как у всех. И подарить им улыбку, это ничего, нам это ничего не стоит. А им, возможно, это спасет жизнь. Вот, и поэтому главное правило этики киртана – не быть с людьми строгими очень. Нужно быть милосердными. Если ты видишь, что человек пока не готов услышать то, о чем ты хочешь ему сказать, да, о каких-то правилах поведения себя в киртане, ничего страшного, скажи в следующий раз. В какой-то момент произойдет так, что он сам к тебе обратится с вопросом, и тогда этот процесс наставления станет естественным, да? Потому что мы знаем, что давать советы людям можно только в трех случаях в шастре говорить. Кто помнит какие? Если ситуация не требует отлагательств, то есть, ну, к примеру, человек под машину идет, и ты ему говоришь «стой!», да, и он, ну, или еще какие-то в таком случае, или если он какую-то апасиханту говорит, да, то есть какие-то вещи, отклоняющиеся абсолютно от нашей философии, ты можешь его остановить, опять же, если ты являешься по отношению к нему старшим. Если ты не старше, младше, ты должен обратиться к кому-то, и кто-то его поправит. Второе, если ты его учитель в той или иной сфере, да, то есть я могу на киртане поправлять своих учеников по каратам, это нормально, там, или по мриданге. Вот. И третье, если он сам тебя об этом попросил. Во всех остальных случаях мы не имеем права открывать свой рот вообще. Не по поводу философии, не по поводу наставления киртана. И неважно, насколько мы считаем себя более компетентными в этом вопросе, это не имеет никакого значения абсолютно. Вообще никакого. То есть мы можем
Мне тут рассказали, да, одну историю. Но я не буду ее рассказывать. Но суть в том, что да, то есть человек просто некорректно себя повел, и кто-то мог просто уйти из движения из-за того, что ты просто где-то выпустил свою вот это олива своего ложного эго, который нарычал на человека, да. Вот. И в киртане то же самое. В киртане также с такой же периодичностью это все происходит. И мы должны быть этиками по той простой причине, потому что ачарья наш, Шрила Прабхупада, он был в максимальной степени этиком. Да, он был бескомпромиссный в каких-то вопросах, но тем не менее, даже те, кому он дался, я очень помню хорошую эту историю про Мадхулишу Махараджа. Он дал ему саньясу, он был таким пробивным саньясе, все было классно. Потом он исчез куда-то, никто не мог его найти, куда он пропал. Потом кто-то рассказал, что он женился на ком-то. И он не выходил на связь. И оставалось там буквально несколько месяцев до ухода Шрилы Прабхупады, и ему сообщают, что Мадхулиша прилетает во Вриндаван. И он так обрадовался Шрилы Прабхупаде. И когда Мадхулиша зашел, он был весь такой же заросший, борода большая, космы большие, у него такой хиппи прям. И он приехал с женой попрощаться с Прабхупадой. И говорят, что Прабхупада очень обрадовался. И когда его завели в комнату, он стал обнимать его и говорить: «Это твоя жена, познакомь меня с женой, у вас уже есть дети». И он не вспомнил, он не сказал ему: «Ты не заходи в эту комнату. Я дал тебе там, гори в аду». Вот этого всего не было. Вот они, правила. Ты взял правила, не умеешь следовать правилам, все, гори в аду. Если бы мы на вот этих щах серьезно с вами преданно зазывали в наше общество, давно бы оно бы схлопнулось. Скрылись бы ливы Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада подавал нам пример максимально толерантного отношения ко всем людям, мягкого. Это ли не пример того, как мы должны действовать? И в киртане все то же самое. То есть ничего нового я не сказал. И если у кого-то не получается, первое время ты очень переживаешь. У меня была ситуация в Красноярске, один раз я на киртан-мэле, была огромная аудитория, человек, наверное, 500. Я пою киртан, свою мелодию, там, которую я придумал. Пою, качаем, такой драйв идет. Да, все. И я забываю вторую часть мелодии. Вообще наглухо. Я пытаюсь войти в аккорд, не могу вспомнить. Я сижу, и так моя гордость такая уменьшается. А никто не может понять. А вот это тот момент, когда ты поешь первую часть уже 27-й раз, потому что не можешь вспомнить вторую. Я думаю, что делать? Что делать? Что же делать? Что же делать? Я уже вот так прислушиваюсь, ищу эту мелодию. И потом я просто останавливаю киртан, начинаю хохотать в микрофон, говорю: «Блин, ну я забыл мелодию, все тоже давай хохотать». Вриндангист там, мне кажется, чуть не уписался там, он так лежал, валялся на полу, все, в общем, киртани смеются. Пока они смеялись, я тихо, смиренно вспомнил вторую часть, говорю: «Все, я готов, давай». И мы продолжили, и что интересно, не просел киртан вообще. То есть мы просто, я такой говорю: «Погнали», и мы вторую часть, и все, и пошел кач дальше. И иногда так. Ну, то есть здесь нет предмета гордости духовной практики в киртане, вообще ни в какой практике, насколько бы ты изящно не махал чамары, два оборота ты делаешь, или вот так подкидываешь карата, там, чамару. Неважно, я помню, как я учил, я очень хотел научиться пуджари, потому что я смотрел, как они машут чамары. Мне казалось, это было слоумо, знаете. Чадр колышется, вот так вот огонь здесь горит такой. Да. Я думаю, надо бицуху подкачать, чтобы это красиво было. Но на самом деле духовная практика, она не имеет гордости, она не должна иметь гордости, потому что это все рушит, абсолютно все духовное наполнение от этого просто в пепел рассыпается, тут же. Поэтому киртан – это процесс максимального доверия между вайшнавами. Когда мы поем киртан с вами, единственное, о чем мы должны думать, это слышит ли киртания мой громкий голос, как он слышит ли он, как я стараюсь, и слышит ли это Кришна. И в этом процессе все едины. Нет кого-то важного, кого-то менее важного. Представьте киртанию или ходрика, который сам в одного проводит эту ягу. Это грустное достаточно зрелище. Когда он такой слава, а в ответ тишина. Крикну, а в ответ тишина, так и здесь. Поэтому сейчас мы с вами начнем киртан. И я прошу вас
я возьму на себя наглость. Я понимаю, что мы не в Индии, что вы не индусы, которые могут... Я зашел однажды в Майпуре в автобус, мне говорят, да Кришнанагара можно на автобусе доехать. Я говорю, ладно, ну типа такси 700 рублей, я думаю, да еду на автобусе. И нет, не я доехал на автобусе, индус во мне доехал на автобусе до Кришнанагара. Он просто повис на мне вот так и с кем-то болтал, он вот так вот вытащил телефон, а я вот так вот на плечах у меня висит, ну то есть все очень плотно, автобус полный, битком, он еще в телефоне с кем-то по видеосвязи разговаривал, мы вместе с ним разговаривали. Я говорю, мне кажется, он говорил, это мой брат из России, смотри. Я понимаю, что люди, европейцы, они чуть-чуть любят дистанцию, но все равно я хочу попросить вас еще ближе сесть к Гинтону. Простите, пожалуйста, мне мою дерзость. Я знаю, что не хотите. Но вот то, насколько близко мы будем сидеть друг к другу, в первую очередь означает то, насколько мы будем хорошо слышать. Адавендра, иди сюда. Я понимаю, преданные, которые меня не знают, не доверяют. Думают, я сейчас, может, я когда пою, я плююсь. Но ты-то знаешь, что я плююсь. Поэтому давайте будем петь вместе, потом кто-то еще споет обязательно. А можно вот этот большой свет как-то выключить, вот эти лампы, лампочки попереть? Да можно даже вообще весь свет выключить, потому что в окошке свет есть. Это тоже важно, потому что... О, класс, да, все. Можно даже эти выключить, света достаточно. Да, спасибо. Иди дальше, садись поближе сюда, да, с наталами там. Это на монастыре, да? Алангард. Но это не Алангард, а Лаван. С Нати, да, там будет Нати. Сначала Кахарпатал, потом Нати, Кукачёва. А потом дальше Кадачи. Рей Кришна, Рей Кришна, Кришна Кришна, Рей Рей. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Yeah.
Вами Ки. Джай. Шила Прабхупада Ки. Джай. Дакоти Вашмава Вринда Ки. Джай. Как правильно сказать? Хайпская ятра Ки. Джай. Спасибо большое, бедный. Так, еле как просил прям. Что мы продолжаем. У нас смена караула. Кто там следующий поет?